Ребят, приветствую вас на моем канале. Это опять стратежка Act of War. Рекомендую посмотреть предыдущую серию. Я о ней просто рассказывал больше об этой игре, о механике и о том, как она отличается от General CNC. Вот. Но в принципе, я обещал, что поиграю против тяжелых компов. Но один на один я пока не рискну воевать. Но вот против... Против сильных компов и ФАшечку я бы сыграл бы. При том, что мы поставим, допустим, одного консорциума и парочку спецназовцев. Вот. На ФФА карте. Механика будет довольно-таки простая. Собственно, как и все ФФАшки против компов. Мы... уходим в глубокую оборону, глубочайшую оборону просто. Вот. Уже в пути? После чего начнем постепенно, когда уже компьютеры друг друга сильно ослабят, постепенно уже выходить в атаку. Какую-то армию соберем. Какую-то механику. Я буду играть за американцев, мне прямо они сильно понравились, особенно за счет того, что у них есть очень классная разведка с помощью, не знаю, может и у других есть, я другими расами, другими нациями даже не играл, поэтому даже не могу точно утверждать. Вот, но уже в пути? Здесь прям четко видно. Вернее, я предполагаю, что американцы именно всегда во всех и CNC, и других играх являются одной из самых сильных авиа и стелсовых армий. Вот. То есть здесь бойцы, которые очень неплохо могут уходить в стелс. Тем самым контролировать карту. Строительство здания завершено. Готов к работе. Так, ставим бункера. Уже в пути. Строительство здания завершено. Просто дайте приказ. Уже в пути. Просто скажите слово. Направляемся внутрь. Строительство здания завершено. Готов к работе. Постараемся набрать как можно больше. Уже в пути. Готов к работе. Пленных. Чтобы как можно комфортнее можно было в дальнейшем меньше чувствовать нехватки денег и тому подобное. Уже в пути. Нападать нас будут, на нас будут и с этой стороны. Мне, в принципе, понравилась авиация, она такая. Строительство здания завершено. Интересно, я бы сказал. Да. Останавливаюсь. Готов, сэр. Уничтожить здание. Я не буду строить двое барак там. Строительство здания завершено. Готов к работе. Считаю, что это уже лишнее. Уже в пути? Бульдозер здесь, прием. Да.
Дорогие ракетчики. Готов, сэр. Уничтожить здание. Готов, сэр. Вот. Они умеют ползать. Уходим, тем самым, сэр. Я могу. Жду приказа. Строительство здания завершено. Занять нужные Придите. Позиции. Вперед, морпехи! Тем самым контролируя ситуацию. Понял. Готов к взлету. Будет исполнено. Не все, конечно, мои невидимые бойцы выживут. Уже в пути. Что поделать? Строительство здания завершено. Готов, сэр. Сообщение получено. Сообщение получено. Вижу силы противника, сэр. Готов, сэр. Ага. Тоже вижу силы противника. Сообщение получено. Уходим, сэр. Готов, сэр. Готов, сэр. Зачем ты стреляешь? Готов, сэр. Вперед, морпехи. Уничтожить здание. Вижу противника. Так, сюда пошлю энное количество бойцов. Юнит захвачен противником. К сожалению, да, у нас захватили юнит. Просто скажите слово. Уходим. Готов, сэр. Вижу противника. Сообщение получено. Потерян пехотинец. Да что вы давно жили? Вперед, морпехи! Покиньте! Я вольфую его, сэр. Апгрейд завершен. Фиксирую движение противника. Я вольфую его, сэр. Ничего. Захватили пленного, прием. Захвачен юнит противника. Захвачен юнит противника. Захвачен юнит противника. Потерян пехотинец. Под тяжелым огнем, сэр, сэр. Да, сэр, так точно, сэр. Сэр, уже меня подстрелили. Сэр! Атакуем! Они поливают нас огнем, сэр! Очень все! Просто адская боль! Готов, сэр! Атакуем, атакуем! Я должен спасибо, сэр! Огнем, сэр! Потерян пехотинец! Зараза. Ладно. Не стреляйте. Понял.
Юнит захвачен противником. Так, ну нам надо выходить в Т2 срочно. Бульдозер здесь, прием. Уже в пути. Медицинский вертолет готов к заданию. Режим боеготовности. Строительство здания завершено. Строительство здания завершено. Бульдозер здесь, прием. Перемещаюсь на позицию. Просто дайте приказ. Так. Просто дайте приказ. Во-первых. Апгрейд завершен. Новые танки. Уже в пути. Готов к работе. Уже в пути. Медицинский вертолет готов к заданию. Строительство здания завершено. Готов к работе. Так, видевскую технику меня интересует. Просто дайте приказ. Уже в пути. Хотя больше, наверное, все-таки интересуют ракетные установки. Потому что сейчас прилетят вертолеты и будет мне... Режим боеготовности Девкон 1. Неприятно. Слышу хорошо. Слушаюсь. Потеем пехотинец. База атакована. Прикрой! Жду приказа. Потеем пехотинец. Прикрываю. Перекрываю. Строительство здания завершено. Дежный огонь! Потерян пехотинец. Окей, этот готов. Захвачен юнит противника. Вперед, морпехи! Так, ладненько, действительно нужно, скорее всего, здесь построить барак, потому что... Потерян пехотинец. Как неприятненько. Как неприятненько. Просто дайте приказ. Строительство здания завершено. Уже в пути. Бульдозер здесь, прием. Уже в пути. Здание завершено. Так, я понял. Бульдозер здесь, прием. Здание разрушено. На базе он именно решил чмырить меня своей авиацией. Я понял. Уже в пути. Мститель готов. Давайте сделаем это. Готов.
Строительство здания завершено. Блин. Готов, сэр. Сообщение получено. Строительство здания завершено. Понял. Починю немедленно. Готов к работе. Апгрейд завершен. Уже в пути. Буду пользоваться самолетами. Так. Есть самолеты. Я каждого по одному сделаю. Потерян пехотинец. Стопе. Есть один. Самолет готов к взлету. Захвачен юнит противника. Уходим, сэр. Готов. Готов служить. Медицинский вертолет готов к заданию. Так, ты. Бульдозер здесь. Прием. Нам нужно вот эту хренатину здесь построить. Уже в пути. А здесь парочку паладинов. Дельта 6. Это Зулу 5. Слышно хорошо, прием. Вот этот тоже очень важен. Готов, сэр. Готов, сэр. Юнит захвачен противником. Да, сэр. Так точно, сэр. Вперед, морпехи. Самолет готов к взлету. Готов к вылету. Прием. Вне зоны. Вне зоны. Строительство здания завершено. Да, сэр. Так точно, сэр. Да, сэр. Так точно, сэр. Занимаем оборону. Так, ладненько. Жду приказа. Вперед, морпехи. Да, сэр. Так точно, сэр. База. Вижу врага.
пехотинец. Догнать! Захватили пленного. Месторождение нефти почти исчезло. Захвачен юнит противника. Готов, сэр. Уходим, сэр. Обнаружен противник. Готов. В пути. Обнаружен противник. Захвачен юнит, база атакована. Бульдозер здесь. Прием. Месторождение нефти истощено. Печально. Так, ну у нас зато есть возможность. Дельта 6, это Зулу 5. Слышно хорошо, прием. Жду приказаний. Вас понял. Вооружены и готовы к запуску. Готов, сэр? Готов служить. Поправка на ветер. Двигаюсь, прием. Просто скажите слово. Апгрейд завершен. Понял. Потерян пехотинец. Понял, вылету, прием. Сохраняю позицию. Я подбит, повторяю, подбит! Готов, сэр? Уходим, сэр. Потерян пехотинец. Да зараза. Готов к взлету. Жду приказа. Полком не подсвечено. Тысяча. Прямое попадание. Захвачен юнит противника. Поправка на ветер. Сообщение получено. Понял. Готов к взлету. Есть, сэр. Замечено перемещение в противник. Уходим, сэр.
зараза. Уходим. Стою. Слушаюсь, Дельта-6. Эхо-2, прием. Паладин ждет приказаний. Главное набрать как можно больше этих. Противник приближается. Снял террориста. Меняю захвачен позицию. Юнит противника. Авианалет противника. Замечено перемещение врага. Потерян пехотинец. Вперед, морпехи. Потерян пехотинец. Будет исполнено. Готов, сэр. Потерян пехотинец. Потерян пехотинец. Потерян пехотинец. Фиксирую движение противника. Вижу противника. Потерян пехотинец. Прикройте его противника. Жду приказа. Жду приказа. Да, сэр. Так я обнаружил противника, сэр. Уходим. Да, сэр. Так точно, сэр. Оно стой, крыса. Я возьму его, сэр. Да, сэр. Так точно, сэр. Уходим. Медицинский вертолет готов к заданию. Вижу силы противника, сэр. Лазерные противотанковые системы готовы. Я обнаружил противника. Потерян пехотинец. Потерян пехотинец. Необходимо подкрепление. Потерян пехотинец. Потерян пехотинец. Оружие не смогли вы с террористами. Зараза. Под огнем, сэр. Помогите. Потерян пехотинец. Прикрываю. Помогите. Потерян пехотинец. Готов, сэр. Потерян пехотинец. Потерян пехотинец. Потерян пехотинец. Блин. Авианалет противника. Дайте мне хорошую цель. Слушаюсь, идем. Потерян пехотинец. Враг входит в зону. Прикройте. Я поймал на огнем. Похоже, меня подстрелили. Потерян пехотинец. Охренеть.
Отбили налет противника. Жду приказа. Я возьму его. Вижу силы противника, сэр. Уходим, сэр. Вижу врага. Уходим, сэр. Готов, сэр. Потерян пехотинец. Потерян. Дельта 6. Это Зулу 5. Слышно хорошо. Прием. Готов к работе. Вижу врага. Понял. Останавливаюсь. Потерян пехотинец. Зараза. Авианалет противника. Потерян пехотинец. Беглый огонь! Лазерная противотанковая система готова. Потерян пехотинец. Готов служить. Загружаемся и уходимся. Эхо 2, Дельта 6. Слышно хорошо, прием. Лазерная противотанковая система готова. Загружаемся и уходимся. Самолет спит. Апгрейд завершен. Чем вы сбили самолет, я не пойму. Охренеть так, просто. Захвачен юнит противника. Атакуем, атакуем! Готов к работе. Так, уже ладненько. Захвачен юнит противника. Жду приказаний. Авианалет противника. Готов к работе. Уже в пути. Готов, сэр. Сообщение получено. Вперед, морпехи. Строительство здания завершено. На базе отключено электричество. Здесь, прием. Как ни одна фигня, так другая. Уже в пути. Строительство здания завершено. Так, я посажу туда двух ракетчиков. Поправка на ветер. Авианалет противника. Жду приказа. Уже в пути. Строительство здания завершено. Строительство здания завершено. Просто дайте приказ. Уже в пути. Строительство здания завершено. Заходим. Готов служить. Сэр.
Самолет поправка готов к взлету. Так, ну здесь вроде бы пока что понял. Нормально. Починю немедленно. Понял. Понял. Починю немедленно. Чтобы больше такого не было. Самолет готов к взлету. Ракетные системы установлю здесь и арту. Получится, конечно. Авианалет противника. Поправка на ветер. Уходим. Пригнитесь. Уходим, сэр. Просто скажите слово. Сообщение получено. Пригнитесь. Ага. Приближаюсь к месту назначения. Готов, сэр? Сообщение получено. Готов к работе. Готов к работе. Вне зоны. Потерян пехотинец. Вне зоны. Авианалет противника. До приказа. Этот мой. Строительство здания завершено. Вижу врага. Трифл успею догнать? Нет. Сообщение получено. Похоже, меня подстрелили. Блин. Фигово. До приказа. Уходим. Вперед, морпехи. Готов выполнять команды. Готов к работе. Ремонтный вертолет. Просто скажите слово. Вперед, морпехи! Просто скажите слово. Да, сэр, так точно, сэр. Странно. Кто их все время сбивает? Строительство здания завершено. Уже в пути? Приказа. Вот же гад, не хочет умирать, блин. Хоть убей. Авианалет против строительства здания завершено. Потерян пехотинец. Спецподразделение. Понял. Готов выступить. Так, тут у него две вот эти штуки. Самолет готов к взлету. Прямое попадание. Прямое попадание. Авианалет противника. Неприятненькие. Вот. И закажу еще один истребитель. Можно будет и улучшение сделать. Готовность дорогие наведены. Я подбит, повторяю, подбит! Ракеты наведены. Я подбит, повторяю, подбит! Ракеты наведены.
бомбит! Скажите мне, что делать, сэр. Вперед, морпехи! Авианалет противника. Жду приказаний. Паладин. Давайте сделаем это. Система обороны земля-воздух готова. Дайте мне хорошую цель. Сэр, стою. Аккуратненько, не спеша. Вижу противника. До приказаний. Авианалет готов противника. Выступить. Один террорист на подходе. Террорист отбиваемый. Слушаюсь, идем. Это спецподразделение, прием. Так, понял. Готов! Будет исполнено! Авианалет противника. Больше захватить. Автомобиль уничтожен.
Ёбаные снайпера, блин. Готов выполнять команды. Паладин ждет приказаний. Говорит пилот. Паладин? Ладно, парочку таких еще сделаю. Паладин! Паладин! Танк в пути! Авианалет противника. Танк в пути! Готов выполнять команды! Давайте сделаем это! Прямое попадание! Паладин, вижу противника, завожу мотор. Открыть огонь! Так, можно и легких танков сейчас с собой взять, на всякий случай. Вижу противника. Паладин ждет приказаний. Подбит! Жду приказаний. Сообщение получено. Будет исполнено. Открыть огонь! У нас фокстрик. Вижу противника. Авианалет противника. Давайте сделаем это! Прекратить движение. Прием. Спецподразделение. Обнаружен противник. Бомбы пошли. Прицел чист. Обнаружен противник. Самолет. Слышно хорошо. Прием. Вижу противника. Спецподразделение. Стоп. Террорист теперь мой пленный. Захвачен юнит противника. Террорист теперь мой юнит противника. Захвачен юнит противника. Сэр. Выезжаем. Брэдли. Судя по всему, там. На наш удар. Слушаюсь, Дельта 6. Эхо 2, прием. Мститель готов. Готов. Я начинаю движение. Прием. Вижу противника. Ракета заведена.
и... Конечно, еще пехоту. Один террорист на подходе. Авианалет противника. Снайпер здесь. Захвачен юнит противника. Захват неизбежен. Дайте мне хорошую цель. Я захватил одного, сэр. Захвачен юнит противника. Паладин. Открыть огонь. У нас пленный, сэр. Захвачен так. Юнит противника. Юниты противника захватываются, захватываются, захватываются. Захвачен юнит противника. Уже в пути? Захвачен юнит противника. Авианалет противника. Жду приказаний. У меня террористы. Один террорист на подходе. У меня пленные. Захвачен юнит противника. Строительство здания завершено. Без подразделения. Атакуем. Скажите мне, что делать, сэр. Паладин ждет приказаний. Скажите мне, что делать, сэр. Авианалет противника. Паладин. Беглый огонь! Повреждения, прием! Бульдозер здесь, прием! Уже в пути? Авианалет противника. Приказу. Строительство здания завершено. Установка заряжена. Двигаюсь, прием. Так, мне нужны... Докладываю о готовности. Обычная тактичка. Плохая позиция, сэр. Авианалет противника. Сообщение получено. По вашему приказу. Без подразделения. Да, сэр. Так точно, сэр. Уходим, сэр. Вперед, морпехи. Так, я вот не понял. У меня два вот таких вот сдохло. Авианалет противника. Скажите мне, что делать, сэр. Пути. Дайте мне хорошую цель. Мститель готов. Это спецподразделение, прием. Самолет готов к взлету. Майор, это Ханнер. Что-то у меня до хера Хаммеров. И мало вот таких вот. Авианалет противника. Самолет готов к взлету. Снайпер здесь. Идем на позицию. Понял. Слушаюсь. Идем. Вас понял. Готов выступить. Спецвойска в пути. Готов выступить. У меня террористы. Спецвойска в пути. Оружие к бою. Авианалет противника. Я занял позицию. Эхо 2, Дельта 3. Слышно хорошо, прием. Апгрейд завершен. Готов выступить. У нас гости. Готов выступить. Слушаюсь, Дельта 6. Эхо 2, прием.
О, как ты уже. У нас ракеты землеводные. Мне крышка. Противника. Вас понял. Захватить террориста? С удовольствием. Так, ладненько. Движемся дальше. Я начинаю движение. Прием. Установка заряжена. Беглый огонь! Захвачен. Молодец, ждет приказаний. Патрульный хаммер. Беглый огонь! Беглый огонь! Вот мне вот это вот, как я и говорил, нормально не могу выделить всех и послать в бой. Я уже все разведал, там ничего нет. Готов. Нужно просто пойти команды и атаковать. Вижу террориста, сэр. Это спецподразделение, прием. Автомобиль уничтожен. Готов, прием. Обстановка меняется. Готов, прием. Слушаюсь. Оружие к бою. Авианалет противника. Атакуем! К бою готов! Пути! Майор, это Ханнер! Да, черт возьми! Готов выполнять команды! К бою готов! Входим, сэр! Готов, сэр! Так, ползи сюда. Автомобиль уничтожен. Вас понял. Авианалет противника. Спецвойска в пути. Спецвойска в пути. Я залег. Прямое попадание. Вижу противника. Есть, сэр. У меня террористы. К бою готов. Ответный огонь. Оружие к бою. До приказаний. Террористы, ответный огонь. Где же этот чертов врач? Под огнем. Без подразделения. Удобный проход. Обратно в вашем
Цель готов. Воздух. Самолет сбит. Готов в прием. Слушаюсь. Медицинский вертолет готов к заданию. Вижу террористов. А блин, как так они умудряются сбивать мои самолеты? Вижу противника. Авианалет противника. Без подразделения. До приказаний. Один террорист на подходе. Дайте мне хорошую цель. У меня пляжные. До приказаний. Захвачен юнит противника. Идем, противника такое. Потерян пехотинец. У меня пляжные. Захвачен юнит противника. Вооружен и опасен. Во-первых, во-вторых. Авианалет противника. Вижу противник, противник. Паладин ждет приказаний. Мститель готов. Вижу противника. Авианалет противника. Готов, прием. Меняем позицию. Слушаюсь. Вижу противника, прием. Приближаюсь к месту назначения. Дельта-6. Это Залупя. Обнаружен. Слышно хорошо. Прием. Подтверждаю. Вижу врага. Есть, сэр. Это спецподразделение. Прием. Противника. Авианалет противника. Обнаружен противник. Сообщение получено. Вижу противника. Мне по тебе больше уже деньги не нужны, поэтому можно просто всех врагов аннигилировать и все. Установка заряжена. Это спецподразделение.
подразделение, прием. Жду приказаний. Брэдли! Большая пушка! Пути, сэр! Да, черт возьми! Готов, сэр? Авианалет противника. Готов выполнять команды. Слушаюсь. Танк в пути. В пути. Так, движется мое войско уже непосредственно к базе последнего врага. Я начинаю движение, прием. Авианалет противника. Абрамс в вашем распоряжении. Большая пушка. Есть, поехали. Абрамс в вашем распоряжении. Бомбы пошли. Самолет готов к взлету. Самолет сбит. Я выезжаю. Вижу противника. Вижу противника. Я выезжаю. Завожу мотор. Готов выполнять самолет команду. Самолет готов к противника. Уходим, сэр. Раступаем. Есть, сэр. Мы под огнем. Автомобиль уничтожен. Приближаюсь к месту назначения. Здесь становится жарко. Террористы приближаются. На 2 часа. Он уже почти убитый. Абрамс, в вашем распоряжении. Я начинаю движение. Прием. Готов. Обнаружен противник. Вижу врага на 2 часа. Пути. Медицинский вертолет готов к заданию. Под огнем. Вижу врага на 2 часа. Остаются вопросики. Где все остальные? Прицел чист. Пути. Слышу хорошо. Готовы выполнять приказания. Готов. К бою готов. Сэр. Беглый огонь. Паладин ждет приказаний. К бою готов. Дайте мне хорошую цель. На позиции, сэр. Идем на позицию. Здесь уже главное, что ничего нету, блин, но... Без подразделения. Патрульный хамай. Мы под огнем. Подбил собственный. Прямое попадание. Ну, ФФА легко победить. Один на один, конечно, сложнее. Тут они друг друга очень сильно чмырили, авиации, меня в том числе. Перед этим боем я играл, у меня вообще авиация ко мне даже не прилетала. Вот, в этот раз прилетала, даже мне разрушила несколько зданий. Захвачен юнит противника. Вот. У меня, в принципе,
очень много. Потерян пехотинец. Автомобиль уничтожен. Да. Я подбит, повторяю, подбит! Очень много пассивной экономики. Так что нам? Ладно. Что там у нас? Произведено пехоты больше всех у меня. Потерял. Удивительно, но тоже больше всех. Вот. Так как они между собой воевали, конечно, некоторые поярче будут. Ладно, все, ребят, спасибо за просмотр, всем пока.